В Архызе прошел Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины», который собрал ценителей душевной музыки и стихов со смыслом. 32-й фестиваль, традиционно проходивший в Домбае, в этот раз впервые собрал бардов в Архызе. Подробности у Али Баташева. Дружеским общением насладиться, так давайте это все беречь, ожидая новых ярких встреч. Владимир Мирошник приехал из Пятигорска. Вместе с коллегами из литературно-творческого объединения «Шестое чувство» он репетирует перед гала-концертом и с нетерпением ждет встречи со зрителями. Это просто дорогого стоит, когда зритель подходит и смотрит, как здорово. А у нас еще и песни из нашей молодости, из средних годов. Наши авторы были потрясающие, есть потрясающие. Современные авторы тоже. Такое иногда пишут, что вот эта из песни, например, из современных. Какой текст удивительный, какое созвучие текста. И это даже не называешь музыкой, это полет. Чего уж там, сердца, души. Это уже 32-й фестиваль «Горные вершины». С 2021 года ему присвоено имя одного из основателей жанра бардовской песни в нашей стране – Юрия Висбора. В этот раз в фестивале участвовало 100 исполнителей авторской песни из Алтая, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской области, Ставропольского края и других регионов страны. Казалось бы, вот страна огромная, люди со всех концов, а у всех вот стук сердца одинаковый. Состояние души. Вот они говорят об одном. Это о вечных вопросах жизни. Это любовь, справедливость, отношения там, старшего, младшего. Там много вариантов было много. И самое удивительное, что действительно уровень растет. Участники выступали в номинациях «Лучшее исполнение авторской песни», «Лучшее исполнение песен Юрия Висбора», «Лучшее исполнение песен Владимира Высоцкого». Горные вершины Кавказа вдохновляли таких мастеров слова, как Пушкин, Лермонтов и Толстой. Здесь создавали свои шедевры авторы-исполнители Владимир Высоцкий и Юрий Висбор. Каждый фестиваль дарит надежду на появление новых талантов, слова и музыки которых будут звучать и радовать не одно поколение благодарных потомков, считают организаторы. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.